Коллеги, здравствуйте. Да, вижу. Вижу, подключились к прямому эфиру. Всех приветствую. Всех рада видеть. Рада очень, да. Дана, здравствуйте. Катерина, здравствуйте. Маша, здравствуйте. Очень рада. Знаете, уже жду среды как самый лучший день в неделю, потому что знаю, что будет лекция, знаю, что встретимся, что поговорим, что обсудим, что-то интересное, какие-то примеры. Здравствуйте, Елена. Ага. Какие-то интересные факты, да? Вот, у нас сегодня продолжение пренатальной психологии. Здравствуйте, коллеги. Да. У нас сегодня продолжение пренатальной психологии, и мы с вами продолжаем тему про то, как важно воспитывать именно структуру личности, да, как вообще появляется структура личности. И в тот раз я немножко пробегусь по той лекции, потому что она у нас разорвалась на два эфира. В тот раз мы с вами обсудили, что такое рост и развитие, в чем разница. Мы обсудили с вами разные возрастные периодизации, да, примеры. Мы выяснили с вами про то, как важно понимать, что такое развитие, а что такое рост. Да? Проговорили, что развитие происходит именно в кризисы, что и прекрасно для нас, да, и не надо этого бояться. Вот. И еще мы с вами проговорили про разные периоды, как это воспитывалось, как раньше это поддерживалось с помощью традиций и как сейчас меняется все воспитание детей. И результатом той встречи мы с вами подытожили то, что цель развития меняется в разную эпоху. Мы обсудили, там эпоха Возрождения была, эпоха Декарта, эпоха там, да, в дарвинские времена, да, в гуманистический период, какую личность, когда нужно было создавать, как на это влияло государство, философия в целом и так далее. И мы с вами выяснили, что цель развития меняется, методики меняются, то есть технологии, да, меняются, а не меняется у нас механизм развития, который мы с вами в тот раз обозначили. И я его еще раз зачитаю, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, что развитие — это рост, при котором в критические моменты происходят качественные изменения всей системы как целого. Это изменения в определенном направлении, подчиняющиеся законам созревания. И опираясь сейчас, и в тот раз, и сейчас опираясь на некоторые концепции, мы с вами остановились на концепции Выгодского, прекрасного нашего психолога, да, на которого была возложена сложная задача. Нужно было адаптировать разные слои населения, разные страны в состав Советской Республики, и как прекрасно он с этим справился, и какие прекрасные школы были открыты. И вообще, благодаря таким прекрасным людям, таким прекрасным специалистам, в общем-то, они были во всем мире лидирующими в развитии технологий, да, по развитию процессов, таких как восприятие, память и так далее. Мне попадалась информация, что были поразительные такие школы открыты, в которых попадали дети, которые были незрячие, не слышали, то есть они были без слуха, без речи, без зрения. И вот такие наши известные ученые, как Выгодский и другие специалисты, они такое количество техник, методик, ну, в их эпоху зародилось такое количество этих техник и методик по развитию в различном сенситивном периоде, что вот эти люди, которые попадали, которые не имели возможности обучаться с помощью традиционных, да, каналов восприятия, они смогли в этих специальных школах обучаться буквально используя только ладошки. То есть, представляете, да, были такие обучающие институты, места, где вот люди не слыша, не видя, и могли получать образование, получать различного восприятия информации благодаря буквально только вот ладошкам. И даже мне попадалась информация, что из этих школ вышли даже люди, которые в дальнейшем получили
степени научные. То есть вот насколько была у нас сильная школа, которая потом дала начало логопедии, да, и вообще логопедии во всем мире. Какие сильные были у нас специалисты. И я сейчас буквально выведу про Выгодского, про его концепцию, буквально один кадр, но мы не будем долго останавливаться, потому что про Выгодского много написано, а я вам сейчас хочу сегодня рассказать про новые концепции. Ну, давайте вот немножко перейдем просто из той лекции в сегодняшнюю, да, вот про Выгодского, концепция Выгодского. Это мы сейчас охватим для того, чтобы мы могли сравнить сегодняшние концепции, которые я расскажу, и вот концепции, которые были у нас. Значит, концепция Выгодского строилась на то, что высшие психические функции, такие как мышление, разумная речь, логическая память, произвольное внимание, продукт не биологической эволюции, и они имеют социальную историю. Четыре стадии развития отдельной психической функции. Выгодский нам дал четыре стадии развития. Одна из них – это стадия примитивного поведения, это запоминание, что происходит естественным способом. Вторая стадия – это стадия наивной психологии, это дается средство, которое используется несовершенно, но потом ребенок научается его использовать. Да? Третья стадия – это внешние опосредованные акты, такие как когда ребенок правильно пользуется внешним средством для выполнения той или иной операции. Ну, на каких примерах можно это посмотреть? Например, там пальчики, да, ребенок считает, он сначала не может представить, что такое циферка 5 в голове. Ему нужны для этого либо пальчики, либо пирамидка, либо матрешка, да, то есть это вот такие внешние средства, которые помогают ему посчитать, но забери у него матрешку, он, допустим, уже не посчитает и не скажет, что там 5 матрешек. Трешечка или 5 пальчиков, закрой у него в кулачки, спрячь, и он уже не посчитает. То есть это та стадия, когда ребенок может выполнить ту операцию только с помощью внешних средств, да? Например, допустим, счета или букв. Почему в этом возрасте у ребенка все строится на картинках, на изучение, в книжках большие картинки, чтобы у него это запоминалось и воспроизводилось. И четвертая стадия, о которой говорит Выгодский, это внешняя деятельность, при помощи которого мы переходим, при помощи знаков переходим во внутреннюю, да, внешний знак переходит к нам во внутреннюю и становится нашим внутренним диалогом. Проявляется это тогда, когда у ребенка появляется уже диалог, да, внутренний, то есть пока он не может попросить мамочку «дай мне воды», он будет находиться возле мамочки, к примеру, да, вот такой пример. Как только ребеночек уже может соединить вот эти вот отдельные слова в предложение и сказать «хочу пить» или «хочу воды», он уже может отходить на более дальнее расстояние, то есть это формируется уже структура личности, которая может существовать отдельно от мамы и проявляться как-то в пространстве, да. Значит, и Выгодский говорит нам одну простую вещь, что движущей силой развития является обучение. И разделяет на принцип актуального и ближайшего развития детей. На самом деле, ровно так же, как Выгодский говорит про обучение, что сначала нас кто-то должен обучить, мыслить и объяснить, как разговаривать и как понять, да, вначале... Это делают наши ближайшие. Кстати, мы как специалисты, да, мы как психологи, мы тоже нашего клиента, который приходит к нам, мы на самом деле несем такую же функцию обучения его новым паттернам поведения, как более грамотным конструкциям по отношению к себе. То есть мы, по сути, заменяем в работе с психологом, с клиентом, да, мы заменяем деструктивные послания на более конструктивные, как пример, да. То же самое происходит у ребенка, когда он научается как-то взаимодействовать с собой, говорить себе там что-то в каком-то этом своем внутреннем диалоге. Значит, да, то же самое происходит, когда мы любым вещам научаемся. Например, если мы во взрослом возрасте решили научиться чему-то, то мы сначала очень часто произносим это вслух, чтобы запомнить. Не знаю, там, когда мы учились водить машину, мы говорили сами себе вслух: поверни налево, поверни направо, да, так же, как нам говорил, допустим, инструктор по вождению. И вот эти вот послания, этот внутренний диалог, он кардинально меняет все, что происходит, все наши действия, все наши дальнейшие действия. Это то, что мы в тот раз говорили на примере, что если я скажу слово «мама»,
то каждый из нас сейчас почувствует что-то иное, да? От слова «мама», хотя это такое общеизвестное слово, это базовое слово, каждый почувствует что-то свое. Это как раз-таки зависит от вот того внутреннего диалога, который происходит у ребенка. Так, здесь хочется остановиться и привести немножечко пример. Например, вот смотрите, как академик Павлов проводил свои эксперименты, да, с собаками, как он их обучил вместо... Вот смотрите, пример, да, вместо того, чтобы собачка реагировала на мясо, он встроил звоночек, и собачка начала реагировать не на мясо, а на звонок. То есть у нее выделялась слюна на рефлекс, который был создан искусственно. Точно так, смотрите, вот точно так, я вчера буквально в своей группе супервизии девочек, кто здесь, вот откликнитесь, я приводила вчера такой пример про то, что если вы хотите двигаться самостоятельно, если вы хотите где-то чего-то идти быстрее, добиваться, продвигаться и так далее, да, где-то поддерживать себя, то обязательно нужно заменить именно свой внутренний диалог. То есть это такой будет внутренний диалог, в котором вы сможете деструктивные послания, которые вам дали в момент воспитания, заменить на более конструктивные. Так, вот мои девочки откликаются. Да, я приводила хороший пример про то, как... Вот давайте я его сейчас тут приведу, чтобы он остался. Если мы, к примеру, договоримся со своей подругой... Вот Динара как раз и была у меня в эфире. Так, если мы договоримся со своей подругой, к примеру, встретиться возле кинотеатра и пойти посмотреть кино, и мы выделим время, купим билеты и будем ждать возле кинотеатра, но при этом подруга будет задерживаться, и мы не сможем ей позвонить и уточнить, что происходит, да, от той мысли, которая будет присутствовать в нашей голове, от нее будет зависеть наше поведение. То есть у нас есть стимул, есть реакция. Вы это все давно знаете, и, наверное, вам не раз уже говорили здесь, в наших дисциплинах, приводили пример, да, академика нашего Павлова известного, про то, как у нас встраивается, у нас есть стимул, есть реакция, и между ней тоже можно встроить что-то. На примере собак он встроил звоночек, на который они стали выделять слюну. Человек, который имеет, пользуется речью и имеет внутренний диалог, он точно так может встроить себе туда и поменять свою реакцию. То есть, если я буду ждать подругу, и она будет опаздывать, и я буду вести такой диалог, ну что с ней могло случиться? Ну, может быть, она там попала куда-то в аварию, или может, ее кто-то там задержал. То есть я буду думать в таком контексте, то когда она появится на горизонте, я ей скажу, что... Ой, как хорошо, как слава богу, что ты пришла, да, то есть моя реакция будет одна. Если, предположим, все то же самое, и я точно так договорилась пойти с подругой, и, к примеру, я взяла билеты, выделила время, приехала, я жду, она опаздывает, и я не могу дозвониться, если в этот момент мой диалог поменяется на то, что какая она безалаберная, какое у нее поведение, что она никогда не предупредит, то есть я буду размышлять в контексте критики, то моя реакция на то, когда она появится, будет абсолютно другой. Если в первом случае она «Ой, слава богу, ты пришла», да, будет моя реакция, то во втором случае это будет что-то такое, где я разозлюсь и выскажу. Да? То есть вот от этого внутреннего диалога меняется наша реакция на события. Поэтому, если вы хотите куда-то двигаться, что-то делать, и где-то вы, допустим, понимаете, что что-то не получается, от того, как вы поменяете свой внутренний диалог, будет зависеть результат и то, что будет происходить в дальнейшем. То есть вот те конструктивные послания, которые вы сможете использовать по отношению к себе, это будет возможность двигаться и добиваться там поставленных целей, результатов и так далее. Это как пример. То есть... Мы сейчас проговорили про Выгодского и переходим к следующей сегодняшней концепции. Сегодняшних концепций будет две концепции. Про Выгодского сильно не буду останавливаться, потому что это наш ученый, и этой информации много в интернете. А я хочу остановиться на другой информации, которой поменьше, и что-то рассказать интересное сегодня, чтобы вам пригодилось как в работе с клиентами, так и в воспитании деток. Вот напишите, кто сейчас здесь молодые мамы, которые, может быть, год, два, три, четыре деткам, да, которые сталкиваются сейчас с различными кризисными периодами у малышей. Обозначьтесь, кто сегодня у нас молодые родители.
Ага, будем с вами в диалоге обсуждать. Вот, поэтому я дам сегодня информацию еще двух концепций. И они помогут вам в целом взглянуть. Мы сегодня пробежимся по Эриксону, по Юнгу, немножко захватим о Фрейде. То есть сравним все эти концепции и такую одну создадим синтетическую, в которой вам будет удобно работать и с клиентами, и с, знаете, с вопросами воспитания своих деток. Угу. Так, кто-то мне пишет на английском. Или это пишут как раз-таки... Переживаем кризис 3 лет, силы на исходе. Угу. Да, у меня есть 3-летний мальчишка, отлично. Вот сейчас мы посмотрим, как происходит развитие структуры личности и что нам важно знать для воспитания 3 года. Смотрите, как, да, 3-3-3 у нас сегодня такие молодые мамы. Хорошо, значит, концепция Эриксона. Не путайте его с Эриксоном, который занимался гипнозом. Сегодня я буду рассказывать концепцию Эрика Эриксона. И его концепция отличается тем, что он, значит, взял все предыдущие концепции, изучил фрейдовскую концепцию, многие другие, которые существовали, и они с другими учеными, объединившись, высказали свое направление. На самом деле, на тему психологии и развития, конечно же, высказывались многие. Высказывались многие школы, многие направления. И это, конечно же, так и должно было быть, потому что очень интересно, как возникает психика и какие в ней проблемы есть, чтобы нам потом понять, как с этим работать, и как взаимодействовать с детками, и как взаимодействовать с клиентами. И важно было понимать механизмы их возникновения. Из Выгодского он говорил, что все формируется из общения и взаимодействия, и все исцеляется в процессе общения и взаимодействия. То есть в рамках психотерапии не изобретался новый механизм. Это то, что посмотрели в естественных формах взаимодействия. И каждый создатель своей школы, он рассказал то, как он это увидел. И вот эта концепция Эриксона, она является такой самой ближайшей к сегодняшним знаниям и к сегодняшней жизни. И он рассматривает развитие человека не как нечто, что заканчивается в детстве. Вот как Фрейд, он дал несколько стадий, да, и вокруг каждой стадии развития крутится каждый возраст. Как раз-таки Эриксон немножко шире вышел за, вот, за развитие этих периодов. И он впервые предложил концепцию, в которой сказал, что присутствует, что жизнь — это как единое полотно, и оно, развитие не заканчивается в каком-то там определенном возрасте, а это то, что движется такой общей линией. И Эрик Эриксон, один из представителей вот этой великой американской плеяды, из тех психоаналитиков, которые создали свои направления. То есть они создали концепцию, это были 30-е, 60-е годы, объединились они с антропологами и психологами, и им было необходимо обойти Фрейда. Мы с вами вначале, когда обсуждали пренатальную психологию, да, ну вот когда были первые лекции, мы говорили, что Фрейд был настолько таким основателем строгим, что он, собственно, никому не давал опубликовать какие-то новые знания и новые концепции. Это правда было так, и мы с вами рассматривали пример от Туранка, который опубликовал статью о травме рождения. И когда вышла эта статья, Фрейд очень жестко обошелся с ним. Он не просто запретил публиковать статьи, он изгнал его из всего психоаналитического сообщества. И тем самым надолго похоронили пренатальную психологию. Вот таким он был строгим отцом-основателем. Но ученые, которые понимали, что нужно двигаться дальше и предлагать новые концепции, они, чтобы обойти Фрейда, они стали все исследовать и наблюдать в мире животных.
То есть начали проводить огромное количество экспериментов, исследований. Мы с вами все это уже брали в начале наших лекций. И они настолько собрали огромный пласт знаний, настолько собрали огромный пласт информации, что это действительно стало не просто учением, не просто концепцией, а это стало действительно наукой. Потому что буквально каждое предположение они подтвердили, как это происходит в живой природе. Они очень долгое время наблюдали за вот этой плеядой мама и малыш, и они настолько много собрали информации, доказательств и подкрепили все свои предположения этими исследованиями, что в конце концов пренатальная психология и психология детства в том числе, они стали отдельной отраслью, отдельной наукой. И вот ученые хотели посмотреть, так ли это, действительно ли существует вот этот Эдипов комплекс по Фрейду, да, и как это происходит в тех странах, в которых люди ходят еще не прикрытыми, ну и буквально бегают голые, прикрывшись там пальмовыми листиками, да, и чтобы посмотреть, насколько можно доказать концепцию Фрейда, несколько ученых поехали в различные направления, в такие аутентичные народности, да, племена. И вот один из них был Эрик Эриксон. Он поехал в североамериканские племена, чтобы получше изучить и понять, как же вот этот Эдипов конфликт происходит в тех племенах, где нет стеснения, где все раздеты, где все бегают, буквально там прикрывшись пару листочками, да? И как происходит взросление, когда это настолько все аутентично и настолько все открыто. И еще им важно было посмотреть, как же взращивают ребенка вот в таких условиях. И ему удалось застать вот эти аутентичные племена. И он жил в поселениях этих индейцев. И ему удалось очень много изучить. Вторым человеком, вторым специалистом, который поехал в племена изучать... Так, сейчас я выведу слайдик. Значит, вот про Эрика Эриксона. Про его концепцию, о которой мы сегодня говорим. Она называется как раз-таки эпигенетическая теория. У него вышло много книг. Угу. Я вот здесь как раз опубликовала те его издания, которые вышли. За многие из них, за одну из них, «Истина Ганди», он получил мировую премию признания. И она была отмечена мировым сообществом. И он поехал вот в эти племена. Сейчас я выведу еще один слайдик. И изучал, как они живут, как они взаимодействуют, как они воспитывают своих детей. И вторым исследователем была Маргарет Мид. Она поехала в другое племя. Она поехала в Полинезию. И там она изучала, как происходит взросление у племен. И писала книгу, которая называлась «Культура и мир детства». Это потрясающие книги, если у вас хватит сил прочитать всю информацию, вот, пожалуйста, очень рекомендую. Вот этих авторов, и Эрика Эриксона, и Маргарет Мид. И она рассматривала, как там формируется как раз-таки фигура отца. То есть, смотрите, да, им нужно было оспорить влияние и концепцию Фрейда. Ну, может быть, оспорить или дополнить, грамотнее, наверное, будет сказать. Так вот, она поехала смотреть, как в таких архаичных племенах формируется отцовский образ. Как он складывается, как это все воспитывается. И проходит ли у них вот этот Эдипов конфликт, да, как у европейцев. И еще был третий автор в плеяде этих ученых. И это была Рут Бенедикт. И она направилась в Японию. И она изучала японскую ментальность. В общем-то, все эти ученые
Они сделали большое дело. Они спонсировались очень серьезно американским государством, правительством. Это было необходимо по многим факторам. Вот Эрик Эриксон, он проводил свои исследования на деньги американских, ну, на американские исследования, да, это нужно было для того, чтобы эти племена включить в состав Америки и комфортно их адаптировать. Точно так, как у нас это делал Выгодский, да, вот. А вот, допустим, Рут Бенедикт, она поехала в Японию, чтобы подсмотреть ментальность японцев. Это было сделано для других целей. Так, сейчас приостановлюсь, прочитаю. Некоторые авторы утверждают, что у племенных народов очень развита интуиция, буквально считывается информация и чувствование своих соплеменников через бессознательное. Да, вот об этом и хочется поговорить и отметить, как же сейчас у нас все это изменилось, либо осталось. Вот, и, значит, Рут Бенедикт, она поехала тоже изучать, но она поехала с другой целью. На самом деле это был заказ американского правительства, потому что после Второй мировой войны они себе собирались подчинить Японию, и им нужно было понимать, как адаптировать вот эти народности, и нужно было понимать их ментальность, и то, как они мыслят, как они думают. Но, несмотря на такие разные цели и задачи, получилось так, что было собрано огромное количество исследований. Было собрано огромное количество исследований. Так, вот я еще покажу книгу, которая называется... Это Эрика Эриксона. Называется... Здесь она на английском написана, потому что мало переводов. Но вообще она называется «Правда Ганди». Или еще «Истина Ганди» она называется. И вот вторая книга, которую тоже очень рекомендую к прочтению, вот можете заскриншотить, это как раз-таки концепция, да, Зигмунд Фрейд с его сценариями и Эриксон с его комплексом детских травм. Вот эти книжки очень рекомендую к прочтению, к изучению, очень интересные. Но вкратце я все равно расскажу, понимаю, что у вас большая загрузка, да, и, может быть, не будет времени читать. И мы вкратце сегодня пробежимся по тому, что было достигнуто этими учеными, что они сделали и какие концепции они нам подарили. Действительно подарили, потому что это потрясающее исследование. И Эрик Эриксон был ближе всех для нас, и он создал такую универсальную модель, которая называлась «8 возрастов». «8 возрастов». Вот я здесь выведу слайдик, да. Значит, это развитие личности от рождения до смерти. И вот обратите внимание, есть возраст, есть название стадии. И вот смотрите, где колонка возраст, там есть такой разрыв. Сначала он дает от 0 до 1, а потом дает от 2 до 3, потом сразу от 4 до 5. И получается, что его концепция очень... качественная, очень интересная, очень грамотная, но у него происходит такой большой разрыв между периодами. Это связано с тем, что у него не хватило, в тот период не было каких-то специальных там еще исследований, там, допустим, исследований мозга, исследований каких-то паттернов поведения, исследований импульсивных вот этих всех происходящих в нашем организме процессов. Ему не хватило, ну, скажем так, инноваций, да, для исследования. И вот что он смог, то он и опубликовал. Но он создал универсальную модель, которая называется «8 возрастов жизни ребенка». И вот эта эпигенетическая концепция про то, что наше тело имеет заложенную в геноме программу собственного развития, собственное исцеление и собственной трансформации. И у тела она работает безотказно. Это тот пример, который я приводила на той встрече, что если у нас, допустим, будет сломана рука, у нас в теле заложена программа, в которой будет сращена кость, да, и необходимо только создать подходящие условия. Да? То есть вся программа исцеления, вся программа развития, все это есть в нашем теле. И он говорит о том, что тело имеет собственный разум, на который ничего повлиять не может. Но такая программа есть и в психике, предполагает как раз-таки Эрик Эриксон. И в психике человека
она окончательно разворачивается, проходя через вот эти все стадии возрастов. И имеет законченный вид в своей глубокой старости. То есть если Фрейд говорил, что развитие структуры личности заканчивается в более раннем, там, да, 5 и потом до 12, вот, то здесь Эриксон говорит о том, что вот это развитие происходит буквально до глубокой старости. Вот там он пишет от 65 лет, поздняя старость, поздняя зрелость. И он описывает эти 8 возрастов как 8 жизненных кризисов. Это как раз-таки то, о чем мы в тот раз говорили, про то, что развитие происходит через кризисы. Я выведу следующий слайд, он будет на английском, просто в источниках интернет, вот так он там лежит. Здесь все очень условно, я сейчас все это поясню, но это хорошая картинка, потому что она в цветном здесь исполнении. И здесь очень хорошо видно, на этом круге, очень хорошо видно, как есть 8 структур, да, 8 кризисов. Он их называет по-разному. И сейчас мы посмотрим, что это за 8 кризисов. Каждый из этих возрастов, каждый из этих кризисов имеет свои задачи. И они универсальны для всего человечества. То есть вот эти ученые, исследовав на разных широтах, разные народности, да, в Японии, в Полинезии, в племенах североамериканских, они увидели, что есть универсальные задачи для всего человечества. Угу. Значит, и у него в концепции существуют два понятия. Вот сейчас можете записать. Есть понятие индивидуальная эго-идентичность и есть понятие коллективная эго-идентичность. Для чего мы это все берем в работу? Для чего нам важно понимать, как это все устроено? Потому что сейчас мы с вами будем говорить о структуре эго. О структуре эго. И это очень важные вещи, очень важные понятия, чтобы и помочь развитию своего ребенка, и развитию своему личностному, и, конечно же, в работе со своими клиентами. Сейчас очень интересная информация. Я надеюсь, я смогу вам ее качественно рассказать, потому что она действительно имеет такие аспекты интересные, и очень хочется поделиться с вами. Значит, в нашей советской, кстати, психотерапии, да, тот же Выгодский, он опубликовал, что вот эго, да, у нас не называли эго, у нас называлась личность. В нашей советской психотерапии не было такого понятия, у нас было понятие личность. Что же такое эго? Что дают нам западные психоаналитики? Впервые это понятие вводит Фрейд, как вы уже знаете, и у него в этой системе существует ид, у него в этой системе существует эго, и в этой системе у него существует суперэго. Наверное, где-то вам рассказывали, наверное, в психоанализе это было. Я здесь не буду сильно останавливаться, но просто скажу вам, что ид – это зона инстинктов в нашей психике, такая ее инстинктивная часть. Эго – это то, что относится к личности. И суперэго – это то, что относится к социально-культурным аспектам. То есть это все влияние на человека, вся его общность, общество, в котором он развивается. То есть это нормы, законы, правила, религия, то, что на него воздействует извне. Это суперэго. Мы с вами сегодня остановимся на том, как Эриксон объяснял, что такое эго. И сейчас вот такая сложная информация, но буду потихонечку стараться вам ее объяснить. Буду стараться объяснить. И вот смотрите, вывожу вот такой круг. И что это обозначает? Эриксон говорит нам в своей концепции, что есть личностный дух. Он приходит в этот мир и обретает два контейнера. Почему это круг? Смотрите, я сегодня сказала вначале, что мы будем соединять Фрейда, что мы будем соединять исследования Юнга и будем соединять исследования последних ученых, которые уже подтвердили, закрепили, где-то исправили концепцию, немножко подкорректировали, предложили свою. Да? И вот я хочу, чтобы вы сегодня посмотрели, чем они отличаются. Поэтому я буду немножко показывать, где параллели проходят между фрейдовской концепцией, между юнговской и между эриксоновской. Так вот, круг. Да, Эриксон тоже берет круг, потому что это
обозначает самость. Еще Юнг этим символом обозначал, почему он брал круг, потому что это как мандала, да, самость, целостность. И даже в наших традициях, если можете обратить внимание, допустим, храм, купол храма, центральный свод храма, да, это все всегда круглые такие строения. И это такая символика. И вот эту символику у Юнга Эриксон берет за основу и говорит о том, что да, есть личностный дух. Причем, смотрите, вот Юнг, он на самом деле родился в семье, в религиозной довольно-таки. И он готовился, у него отец был священником, и Юнг сам готовился стать священником. И когда Юнг говорил нам о личностном духе, он брал вот такую символику религиозную, потому что он был очень приобщен к этому, да, он был внутри религиозной концепции, несмотря на все свои теории, которые он опубликовал. Так вот, Эрик Эриксон говорит о том, что есть личностный дух, потом этот личностный дух должен приобрести основу, и он приобретает силу тела, и он приобретает, я сейчас покажу, он приобретает квадрат. Да? Вот смотрите, круг – это мандала, то, что Юнг нам объясняет, что это личностный дух, самость. А квадрат – это Эриксон добавляет в своей концепции, что это тело, что душа никак не может проявиться в этом мире без двух контейнеров. Первый контейнер – это вот этот квадратик, который сейчас вокруг личностного духа. Это мы все опираемся на концепцию Эрика Эриксона. И он говорит нам о том, что первым носителем личностного духа является тело. Оно строится в утробе, да? И вот эти 9 месяцев, они как раз-таки занимают большую часть этого формирования. Мы сформированы, мы рождаемся сформированы, там дальше идет просто уже развитие наше, мы сформированы окончательно. И самое интересное, что мы единственные живые существа, у которых происходит такая диспропорция. У нас ребенок рождается с самой большой головой, да, пропорции тела 1/3 занимает голова ребенка. Получается, что у человека в природе самый узкий таз. Мы об этом говорили как раз на первых лекциях пренатальной психологии. Самый узкий таз в связи с тем, что ноги расположены не сбоку, как у животных, а под тазом. И смотрите, что получается, что у нас рождается младенец с самой большой головой. При этом он должен пройти через самый узкий таз. То есть мы это как раз с вами проговаривали, что ребенок рождается настолько в мягкие ткани, настолько он не сформирован, настолько кости черепа сходятся у него при рождении, да, что такого нет, больше нет примеров в таком развитии, что этот ребеночек настолько не сформирован еще, и он, собственно, год должен находиться у нас на руках, да? Ну, условно на руках, не про то, что мы его должны носить на руках, а он год должен формироваться окончательно до какого-то своего развития. И если бы мы имели только дух и тело, то мы не могли бы выразить свой личностный дух. Смотрите, сейчас я добавлю следующую картинку. И она будет показывать нам еще один контейнер. Сейчас я повторю, чтобы вы соединили все это в одном. Эрик Эриксон предложил вот эту концепцию, опираясь на Юнга, что внутри круг это самость. Ой, простите, это личностный дух. Да, самость по Юнгу. И вокруг это тело, в которое приходит личностный дух. А вот эта фигура, которая вторая, она, ну, третья получается из наших, да, это как раз-таки эго, это наше эго. Почему это такой семиугольник? Потому что это как раз те возраста, которые мы сейчас будем дальше рассматривать, сейчас мы потихонечку дойдем до этого. И вот смотрите, если бы мы имели только дух и тело, то мы не могли бы выразить свой личностный дух. Приведу вам такой пример про то, что когда к нам обращаются как к телу, да, вот эти все вещи, про которые мы сейчас говорим, они, собственно, ведь не доказаны, мы не можем посмотреть, мы не можем увидеть какой-то там дух. Но как мы это можем чувствовать? Мы
с трудом переносим, когда к нам относятся как к телу. Ну вот, допустим, если мы придем на прием к врачу, да, и врач там разденет, осмотрит и будет писать какие-то там свои вещи там, или разговаривать с кем-то, мы будем чувствовать, что ну вот как будто относится как к телу, да. Или вот кто-то нам будет говорить про то, что я люблю тебя только за, не знаю, там, за какую-то часть тела, за ноги, да. Это будет не очень приятно, и мы не будем, мы будем не способны объяснить, что же мы чувствуем, но однозначно нам будет неприятно чувствовать, вот когда к нам относятся только как к телу. И именно поэтому Эрик Эриксон говорит про то, что бессловесный человек, никак не проявляющийся, не проявляющий себя во внешнем мире, не может реализовать задачи внутренние, да, во внешнем мире. Он, по сути, не может принести в этот мир программы, таланты, способности и не может реализовать все это. В психологии мы используем вот эти уже избитые слова, как контейнер, границы. Сейчас мы будем рассматривать, почему же все это называется именно так. И вот эти слова, которые уже оскомину набили, мы немножко сейчас их в другой концепции посмотрим, и вам будет понятнее. Так вот, вот этот крайний контейнер, семиугольник, который здесь нарисован, это и есть эго по концепции Эриксона. И это наш второй контейнер, в котором мы несем личностный дух. Первый – это тело, квадрат, а вот это эго. Теперь смотрите, получается по концепции Эриксона, что первый круг – это создал Господь Бог, второй квадрат – это то, что создала генетика, род, по сути, наш род, и третье – эго – это то, что создали родители и общество, то есть социум. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Понятно ли то, что сейчас происходит, да, то, что нарисовано, и в целом вот эта концепция, на которую мы сейчас опираемся, которую мы рассматриваем. Самость по Юнгу, тело и наше эго. Существует такая пословица, да, в которой, может, вы ее даже слышали, в которой говорится, что когда мы любим, мы видим человека, каким его создал Бог. А когда мы его разлюбили, мы видим человека таким, как его создали родители или общество. Вот это как раз-таки про то, что Эриксон пытался передать. Так вот, эго, подбираемся к очень интересной части нашей сегодняшней встречи. То есть эго — это такой личностный контейнер, вот этот крайний семиугольник, это личностный контейнер, такой аппарат. Угу. Спасибо, кто пишет мне, что понятно. Если что, спрашивайте. Такой личностный аппарат, который существует в этом социальном мире. И он приспосабливается к этому миру, и эго обеспечивает базовые функции. Вот смотрите, какие. Вот мы привыкли говорить эго. Да, сейчас мы посмотрим, какие функции эго выполняет. Первое – это тождественность самому себе. Это те самые пресловутые границы, которые уже набили нам оскомину. И это те границы, благодаря которым мы знаем, где заканчиваюсь я, и где заканчиваюсь я, и где начинаются другие люди. По сути, это вот те проблемы вашего клиента, если вам клиент принес в работу, допустим, взаимоотношения с партнером, к примеру, да, и вы видите, вам как специалисту видно хорошо, что здесь нарушены границы, что здесь нет целостности этой женщины, что ее эго, ее границы соединяются. Все, что муж говорит, допустим, партнер говорит, она берет себе, все время на свой счет, да. И вот когда вы увидите в кейсах клиентов вот такие вещи, вы будете понимать, что какая-то стадия, где-то была нарушена. Так вот, эго, оно как раз-таки и обеспечивает нам тождественность самому себе. Видите, оно как бы несет наше тело и нашу самость. И вот эти границы, мы все время их чувствуем. Где я? И где я идентифицирую себя как я? А где кто-то другой? Где другие люди? И где мы можем отделить их мысли, их проекции, их ожидания от наших? Да.
И вот если эго повреждено, то у человека однозначно будет потеря границ. Вот это те клиенты, которые будут приходить с такими нарушениями и приносить вам такие кейсы в работу. Следующее. Способность адекватно оценивать реальность. За это тоже отвечает наше эго. То есть это такая призма, которая должна позволить нам видеть все более прозрачно. Можно сказать, что это такие хорошие очки. Хорошие очки с хорошими линзами, которые помогают нам видеть кристально чисто все происходящее. Третья функция эго. Она формируется родителями и миром, социумом. То есть они учат нас реальность оценивать. И если ребенок чувствует одно, а родитель в этот момент делает другое, то есть ребенок чувствует, что его обижают, да, там его, допустим, к примеру, бьют, а ему говорят, что бьют от большой любви, то это как раз-таки вот то нарушение, которое потом приведет к разрушению эго клиента, да, вашего клиента или ребенка, или того, вот вы будете видеть эти состояния. И это приводит на самом деле к диссоциации, а в крайнем случае и к психозу. Вот они все нарушения, которые приводят к нарушению у клиентов у наших, да? Это происходит тогда, когда личность раздвоилась, расстроилась или еще что-то произошло, когда внутри много субличностей, когда эти субличности ребенку маленькому, когда он воспитывался, когда он рос, ему было невозможно их соединить. То есть это было либо травматично, чтобы соединить это, либо они противоречили друг другу. Я тебя бью, но потому что тебя сильно люблю. Да? Тогда вот эти вещи противоречат друг другу, ребенок никак не может соединить их и никак не может сформировать вот эти состояния. Следующая функция нашего эго – это способность адекватно оценивать реальность. Чего нам всем частенько очень не хватает, да? Способность контролировать импульсы. Это тоже очень важная задача эго. И если мы называем это контейнерами тела и эго, да, то внутри находится вся наша инстинктивная природа и наша самость. То, о чем говорил нам Юнг. Наша самость. И вот эта наша внутренняя природа, она все время проявляется. То, что Фрейд объяснял нам, когда инстинкты и самость все время противоречат друг другу. И вот эти через эти импульсы я сейчас выведу следующую картинку. Вот следующая картинка. Значит, здесь все то же самое, только стрелочками показаны вот те импульсы, которые все время прорываются изнутри наружу. Как ученые нам это объяснили? На каких исследованиях они это доказали? Очень простое исследование, когда уже появились такие лазерные сканирования для глаз и для зрения. Значит, были проведены простые исследования, как женщина и как мужчина выбирает себе партнера. И вот этот лазерный аппарат, он фиксировал, куда происходят глазодвигательные реакции. И самое интересное, что и мужчина, и женщина выбирали себе партнера, сканировали. То есть первые инстинкты, первый взгляд всегда падал на бедра. Смотрите, как интересно. И мужчина сразу смотрел на форму бедер, потому что для него на уровне инстинктов это обозначало такую здоровую детородную функцию, способность. Можно пример по импульсам. Угу. Сейчас приведу. Вот импульсы, смотрите. Вот я рассказываю про импульсы, кто пишет. Можно пример про импульсы. Как раз таки импульс, когда мы по своей природе должны выбрать себе партнера. И вот если если у нас крепкие стенки вот этого эго, да, мы хорошие крепкие стенки сформировали в своей жизни, то, как мужчина посмотрит на бедра женщины, никто никогда не заметит. У него настолько крепкие стенки эго, что его воспитанность не позволит показать, что он оценил ее пропорции. Да?
То же самое происходит у женщины. Первый взгляд ее падает при виде мужчины. Первый взгляд ее падает опять на бедра. Вот они первые импульсы. И у нее это происходит потому, что она выбирает партнера по тому, какой, насколько он сильно силен, как он бегает, прыгает, как он может себя защищать и так далее. И вот кто спрашивал у меня примеры импульсов, напишите, пожалуйста, понятно вам или нет. Вот эти импульсы, они естественны, они в природе, они наша самость и наши инстинкты. Но эго сдерживает их, потому что нам объяснили, что это нехорошо, непорядочно и невоспитанно. Наш социум объяснил. Вспомните этих малышей, которые мальчик может все что угодно дотронуться до любых частей тела мамы, да, или девочка может дотронуться до любых частей тела папы, потому что она, ей просто интересно, что это, а не потому что это там что-то плохое или хорошее. Пока нам не объяснили, что это невоспитанно, да, мы не будем этого знать, у нас будут инстинкты. Потом, когда у нас в процессе жизни формируется наше крепкое эго, мы, конечно же, становимся воспитанные, и мы никогда не покажем, что наш взгляд упал на чьи-то бедра, и мы там что-то оценили. А наше сознание не успевает это отследить. Представляете, это инстинкты. Наше сознание не понимает, что мы это делали. Вы каждый раз не отслеживаете это. Это смогли отследить только с помощью вот этого лазерного аппарата. Но вот эти импульсы — это руки, это взгляд, это все, что у нас идет изнутри, из нашего тела, из нашей самости. Но есть люди, у которых эго разрушено, да, это тех, кого мы называем педофилами, насильниками, у них, или там те люди, которые заходят за ребенком в подъезд, а потом в лифт, да, то есть вот это те люди, у которого импульсы идут изнутри, из их самости, из их природы, а эго не удерживает, эго нет, эго слабо, эго разрушено, его каким-то образом разрушили те люди, которые были рядом с маленьким ребенком, когда он воспитывался, да, и тогда у нас в нашем обществе, к большому сожалению, появляются вот такие страшные люди, которые совершают такие страшные поступки, и вот это те люди, которые не удерживают вот эти импульсы, да. Человек, который имеет крепкое эго, я сейчас добавлю еще одну картинку. Спасибо моей любимой дочечке, которая мне помогла все это отрисовать. Вот, значит, это стрелочки как раз-таки направлены вовнутрь, и это нам про то, что это внешние, ну, воспитание, да, какие-то правила наши, это все, что нам объясняют, чтобы сформировалась вот эта стенка эго. Это, знаете, когда мамы будут спрашивать вас на консультациях, так все же, что же все-таки делать, запрещать или не запрещать, позволять или не позволять, у вас будут такие тревожные, да, мамы, которые будут спрашивать, как воспитывать, что делать. И так далее. Вы говорите, что ребенок должен иметь границы, он должен формировать свое эго, и он не может как воздушный шарик летать и не иметь границ. Нет, он должен их сформировать. Так вот, у человека, который хорошо сформировал свои эго, границы, эго-состояние, он будет отличаться тем, что этот импульс, желание разгневаться на кого-то и послать кого-то подальше, оно пойдет, но это эго, оно сдержит его, переведет в удобоваримую форму, и человек, который хочет послать кого-то, он пожелает хорошей дороги, да, и скажет с удовольствием вам дойти в назначенную точку. Вот это и будет тот импульс, который наше эго переработает. Угу. Коллеги, понятно, что такое эго и как оно формируется, и сейчас мы дальше посмотрим, вернее, как оно формируется, а сейчас понятно, что происходит, да? И вот человек со слабым эго, он, по сути, не умеет эти импульсы сдерживать. Они у него всплывают мгновенно. Иногда даже в тот самый момент, когда происходит что-то для него непоправимое. Да, и... Так, значит, Гузель мне пишет, что можно еще раз. Непонятно чуток. Давайте еще раз. Напишите, Гузель, напишите, пожалуйста, что конкретно объяснить.
Я с удовольствием это сделаю. Пишите, пожалуйста, все ли понятно или что непонятно. Во второй картинке, вот во второй, где стрелочки и вовнутрь, да, как срабатывает эго. Угу. Объясняю. Значит, вот эти все стеночки нашего семиугольника, это наши эго, эго-стеночки, которые воспитываются в каждом возрасте. Их семь. Я сейчас к этому подберусь. Гузель, спасибо вам за вопрос. Этот вопрос я буду раскрывать сейчас еще дальше. Так вот, это те семь возрастов. А, я сейчас, знаете, как сделаю? Вот так. Я выберу тот объект, в котором окончательно... Вот, смотрите. Вот здесь без стрелочек. Гузель, вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это те возраста, в которые происходит формирование нашего эго. У нас, у наших детей. Вот. Значит, сформированное эго должно как-то улавливаться, как-то перевариваться и как-то реализовываться в социуме. В социально приемлемой, адекватной форме и в адекватной манере. Кроме того, да, важно, вот почему у психотерапевта, вот у тот, кто пойдет работать с клиентами, почему очень важно, чтобы эго было хорошо сформированным. Вот у нас, как у специалистов, это самое главное, чтобы вот это эго было очень хорошо сформировано. Потому что оно нам нужно для того, чтобы формировать. Представляете, какое огромное количество информации будет приходить к вам от ваших клиентов. То есть вы будете слышать ужасающие истории, какие-то события, какие-то ситуации. Все, что будет приносить вам клиенты. И поэтому, конечно же, психотерапевт должен иметь очень хорошо сформированное эго. Он должен проходить для этого длительную психотерапию. И не один год. Желательно, чтобы психолог работал в своей модальности. Вы ж, вот знаете, когда меня вы спрашиваете в директ или во время эфиров, когда вы спрашиваете, так что же почитать, какую же концепцию выбрать, в чем определиться, я понимаю, что сейчас это выбор для вас очень сложный, потому что вам нужно будет работать, вам нужно определяться в направлении. И я вам скажу так, что перечитать можно огромное количество информации, и не хватит ни времени, ни жизни, чтобы охватить все. Самое главное для вас, как для специалистов, самое главное вам выбрать направление. И для этого, собственно, у вас есть вот этот весь курс. И в этом направлении вы, может быть, познакомитесь со своим специалистом, к которому вы захотите прийти. Может, вы пойдете в личную терапию, в супервизионные группы и так далее, которые жизненно необходимы для психолога. Потому что, когда вы идете в личную терапию, почему она так важна? Вы идете в личную терапию, и вот в этой личной терапии рядом со своим психологом вы начинаете проходить путь взросления. Все, что если где-то произошло не так и не было сформировано в детстве, если где-то что-то было нарушено вот в эти этапы взросления, то в психотерапии рядом со своим специалистом, по сути, формируется, наша психика формируется по-новому, по сути, укрепляется наше эго. И поэтому для психолога очень важна личная терапия, очень важны супервизионные группы, и это однозначно. Вот, девочки, если кто-то есть, кто у меня находится, отметьте, пожалуйста, насколько происходит ваше изменение, и насколько меняется ваше эго, насколько прозрачнее вы начинаете видеть все, что происходит вокруг вас. И это в любом подходе так. Ваша задача сейчас просто определиться с направлением, выбрать своего специалиста, свое направление и двигаться, и развиваться. Вот терапевт, психотерапевт, он имеет такую возможность. Кстати, интересный факт, что как раз-таки, вы знаете, да, что врачи, наблюдая такую же картину, как мы с вами наблюдаем огромное количество травм, событий, ситуаций в жизни наших клиентов, вот врачи — это те люди, которые тоже ежедневно сталкиваются с огромным количеством боли, так же, как и мы с вами, да? Сейчас я
Прочитаю ваши ответы. Если клиент, например, не помнит своего детства, можно предположить, что его эго не сформировано? Нет. Здесь не про это. Здесь механизмы защиты. Они могут быть разные. Может быть, вытеснение, избегание. Это не про сформированное эго. Я поменялась в личной терапии до академии и еще в супервизии. Да. Так, девочки, значит, спасибо, кто отвечает. Действительно, терапия нужна. Отличие нас от врачей в том, что вот врачи как раз-таки не проходят личную терапию, ну, может быть, и проходят уже, да, по собственному желанию, но как бы это не является нормой в их профессии, и поэтому вы знаете, что есть такой факт, да, общеизвестный, что врачи очень быстро спиваются, очень быстро разрушаются. У них, что у них происходит? Они каждый день сталкиваются с таким количеством боли, они каждый день сталкиваются с такими проблемами, что очень быстро разрушаются. У них начинается психосоматика. У них, у нас существует такое понятие, как эмоциональный панцирь. И вот от этой, от количества вот этой боли, вот этот эмоциональный панцирь, он начинает давать, ну, подвижки такие, да, это эмоции наши. И поэтому врачи, они как раз-таки очень часто дают психоэмоциональные реакции. Нам нельзя этого допускать, поэтому нам обязательно нужно быть в личной терапии, да? Так, чтобы прорабатывать себя и свое эго. Дальше двигаемся. Дальше двигаемся про эго. Следующая функция эго. Как раз-таки про то, что функция эго — контролировать импульсы, удерживать их и перерабатывать в удобоваримые. Угу. Так, кто-то пишет, не знаю, у меня в семье 5 врачей, никто не разрушается, не пьет. Конечно, у нас нет такого, нельзя сказать такое слово, что все врачи, но я говорю о том, что это общеизвестный факт. И это действительно приводится во многих изданиях и во многих исследованиях, что очень многие профессии вот таким образом разрушаются, потому что им приходится контактировать с огромным количеством боли. Дарья, спасибо вам огромное за комментарий. Это хорошо, что так происходит. Значит, у этих людей вокруг вас, да, вы пишете, что у вас в семье 5 врачей, значит, у этих людей очень крепкое эго. Угу. Хорошо, двигаемся дальше. Так вот, эго еще служит и для того, чтобы... Сейчас я верну предыдущую картинку, где наши стрелочки. Да? Так вот, эго служит еще и для того, чтобы удерживать, защищать и перерабатывать все удобоваримым способом. Эго формируется в правой и... Ага, так, кто-то отвечает. Это, наверное, не мне. Так, значит... Следующее. Способность создавать механизмы защиты. Механизмы защиты я дам на следующей лекции отдельно, потому что здесь будет перегруз информации. Угу. Так, это я все сказала. Значит, механизмы защиты, которые формируются у эго, они тоже разные. В каждом возрасте они тоже разные. И механизмы защиты тоже развиваются с возрастом, они созревают. И есть примитивные и более зрелые механизмы. И вот, к примеру, когда одно, допустим, нормально для 2-летнего ребенка, то оно ненормально для 22-летнего. К примеру, если маленький ребеночек, ему скажешь, кто это сделал, и он скажет, это не я, это Маша сделала, да? То есть он будет отрицать. У него включится механизм защиты такой, как отрицание. То когда такой механизм защиты включается у взрослого человека, и вы спрашиваете, допустим, у 22-летнего или 32-летнего, вы спрашиваете, кто это сделал, и он говорит, это не я, это меня Вася споил, да, или это он меня заставил, это не я, да. Вот это вот нарушено эго, и не эго, которое отвечало за формирование механизмов защиты. Вы видите, что такой человек в своем зрелом возрасте может включать совсем примитивные механизмы защиты. И это, конечно же, уже ненормально. Да, так, двигаемся дальше.
Двигаемся дальше. Двигаемся дальше и продолжаем говорить об эриксоновской концепции, в которой он рассказывает об индивидуализации и развитии наших малышей и нас самих. Так, я верну табличку, в которой Эриксон публикует нам о развитии. Да? Значит, Эриксон говорил, что эго идентично... самости, индивидуализации, о которой говорил нам Юнг, извините. Значит, когда мы узнаем, кто мы, какие мы, эго-контейнер, о котором мы сейчас говорили, он и должен нам служить и защищать нас, и помогать нам реализовываться. Какая-то переписка, это уже ваши какие-то там, да? Диалоги. Значит, и эго должно нам помогать реализоваться вот той внутренней самости, о которой говорил Юнг. И вот это крепкое эго, чем крепче оно сформировано, тем больше способность именно поддерживать и реализовывать, во-первых, все те импульсы в удобоваримой форме, а потом все эти наши внутренние процессы, ту нашу самость, те наши базовые потребности, которые мы хотим осуществить. В концепции Эриксона и в других концепциях говорится, что эго должно быть построено так, чтобы обслуживать задачи и интересы этой самости. И оно строится всю жизнь и формируется через 8 возрастов по заложенному плану. Что такое заложенный план? Тут я немножечко поясню. Заложенный план по Юнгу обозначал, что самость приходит в этот мир уже со своим планом. Юнг объяснял, что семечко, допустим, береза, будет березой. Она никогда не станет подсолнухом или дубом, или кактусом, или еще чем-то. То есть Юнг нам говорил, что самость уже приходит в этот мир с заложенным планом. Что каждый человек строит свою жизнь... так называемый свой собор, в котором этот план он начинает реализовывать. То есть он начинает его воспроизводить. Человек за свою жизнь должен построить и максимально проявить свои способности, таланты и все данное ему. И как говорил Эриксон, что очень плохо, что этот план не приложен к младенцу как инструкция по эксплуатации. То есть он говорил о том, что вот этот план, и Юнг об этом говорил, и Эриксон, что этот план уже приходит вместе с самостью ребенка. И мы должны узнать об этом самостоятельно. И должны своим деткам дать возможность узнать себя тоже самостоятельно. То есть это тот путь построения своей внутренней самости. Это все то, что Эриксон говорил об индивидуальной идентификации, идентичности, простите. Но у Эриксона еще... Сейчас я прочитаю вопрос. Правильно ли я понимаю, сценарий формируется до 7 лет вместе с формированием эго? Вот это нам говорил Фрейд. И сейчас мы рассмотрим как раз-таки концепцию, которую мы сегодня взяли за основу. В ней говорится, что тут только не сценарий, а вот этот храм, который мы пришли построить, да, он реализуется на протяжении всей жизни человека. И если мы с вами даже сейчас пофилософствуем, мы с вами можем поговорить о том, что большинство из нас, кто пришел в середине своей жизни в новую профессию, это те люди, которые в середине своего жизненного пути поняли, что они хотят построить, собор, а их заставляют построить пятиэтажку, да, и говорят, что это будет выгоднее, и это будет эффективнее. Так вот, как раз-таки мы с вами говорим о том, что, придерживаясь концепции Эриксона, мы говорим о том, что на протяжении всей жизни мы строим вот этот, вы называете его сценарием, но я так понимаю, вы хотели спросить про то, как мы
строим на протяжении своей жизни все наши, как мы реализуем свои способности и таланты. Это происходит на протяжении всей жизни. И вот еще такое понятие Эриксон вводит, как групповая идентичность. И у нас сейчас прошел час, я сейчас хочу перезайти в эфир, и мы с вами будем двигаться дальше и рассмотрим, что такое групповая идентичность и как она влияет на нашу жизнь. Я сейчас перезайду и сохраню этот эфир.